На текущий момент Банк России оценивает влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику как незначительное. Но фактор неопределенности все же сохраняется, прокомментировали в Нацбанке Хакасии. Некоторое влияние ситуации можно наблюдать в республике на примере цен на огурцы и яблоки. В Хакасии местные тепличные комплексы продолжают поддерживать крупные объемы производства огурцов, в связи с чем цена на огурцы в январе 2020 года была ниже на 11%, чем в январе 2019 года. При этом за прошедший месяц снизился спрос на огурцы из Китая, в связи с чем их объемы поставок в регион снизились, что незначительно привело к росту цен на огурцы. В январе подорожали яблоки на 15,5%. Сказывается ограничение на их импорт из Китая. Это сужает предложение на рынке и приводит к росту цен. В то же время хороший урожай других фруктов в странах-импортерах снизил годовые темпы прироста цен. Это можно сказать про виноград. Дешевле стали, к примеру, лимоны, а также бананы по сравнению с прошлым годом. В декабре, наоборот, был рост цен почти на 7%. Ситуация изменилась благодаря возобновлению поставок бананов из Эквадора, основного импортера этого фрукта в нашей стране. Ольга Барловская, Андрей Держу, РТС.